Я очень обеспокоен вашей помощи силовушки. Ну и я, конечно, лучше сейчас ловушки, да, и помощи силовушки мне Я лучше сейчас ловушки, да, и помощи силовушки. Иди сюда. И слушай, если вам И спасли из него и колонна, но поухал он как и Санечка, и так ловил меня. Упакнул, и что никто не отнимет. А, конечно, я осипакнул туда, и спасли из ловушки. И я приезжал все. Здравствуйте. Такой я не тех, кто не уходит на улицу, а те, кто уходит на улицу. И я еще говорю, они слова. Те, кто живет по улице, а те очистите, помойте, приступите. Это не следи, и все они слушайте и слушайте силовушки. Сахарство охранение. И не совсем такого вещи, я говорю, не совсем, это у нас так, конечно, надо здесь такого, все сказать, что я говорил, конечно, я пуша, я, конечно, за ним, и пусть я лошадь, и как говорю, я, кого это не видно, лучше слушать силовушки. Я лучше сейчас кого я эти страны, кого нет. И я не я лучше сейчас кого я других страна, лучше и слушать силовушки. Я лучше сейчас кого я другие страны, и слушать силовушки. И пусть силовушка, которая станет политическую кнопку среди интеллекта и пустяковую волю. Но не никак поступить сюда. Я просто поступить сюда, если вокруг меня. Я, конечно, очень осипокоен. Я очень осипокоен. А ты похож на телефонный телефон. Я просто не так, а вот я не телефонный телефон. А вот нет, я просто. Я не знаю. И существует порядок. Все телефоны, которые сошли, конечно, существуют. Они участвуют в историческом действии, слушают то, что называется. И все, кто живет оружием, они отечески поносятся присутствием. Кому говорят, исторические тиранчики. И белорусские граждане сошли не так полку диссидентов и их политических искусство, как и у кого не принять никакого насилия. Я против насилия, против искусства и ловушки, и я против никакого ловушки, я искусства и ловушки, кого это нет. Я против. Я начинаю мину и спокойствие. Конечно,
好，谢谢，马上好。